Загремел под фанфары. В столице задержали криминального авторитета Вилора Струганова, более известного как Паша Цветомузыка. История его взаимоотношений с полицией подобна затянувшемуся роману. С конца 80-х Вилор успел отсидеть в тюрьме и за кражу джинсов, и за похищение человека, и за покушение на убийство. В чем же его подозревают на этот раз и где его задержали, выяснил Матвей Шестаков. Ностальгия по Цветомузыке или привет из 90-х. О нем, кажется, уже все забыли, но Вилор Струганов вновь напоминает о себе. Вот он, окинув конвоира фирменным взглядом, за который, говорят, и получил свое прозвище, скупо отвечает на вопросы оперативников. Вы понимаете, за что вас задержали сейчас? Нет. Сотрудники полиции? Вы находились в розыске? Нет, не находился. Я проживал постоянно по одному и тому же. Вы судимы ранее? Ранее судим. Биография Паши Цветомузыки в лучших детективных традициях. Родился в женской колонии, где его мать отбывала срок за хищение продуктов из столовой, которой заведовала. Назвала сына романтично – Вилор, по первым буквам – Владимир Ильич Ленин, организатор революции. В 22 года Вилор украл джинсы и получил свою первую судимость, однако остался на свободе. Позже удача отвернулась, загремел в колонию за похищение человека. Промышлял вместе с подельниками, но взял всю вину на себя, за что и получил 7 лет. В 1995 году Паша Цветомузыка вышел на свободу и занялся предпринимательством. Тогда же познакомился с директором Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым. Но дружба кончилась. Быков заказал убийство компаньона. Преступление, однако, не состоялось. Схему раскрыли оперативники и даже инсценировали убийство Струганова. Быков получил 6,5 лет условно, на чем свою преступную карьеру и завершил. Сейчас он депутат законодательного собрания Красноярского края. Баллотировался и Вилор Струганов. Парламент не прошел, но на выборах отметился. Организовал 2 взрыва вблизи избирательных участков и заминировал машину одного из конкурентов, за что снова попал в колонию. На этот раз на 7 лет. В 2011-м вновь вышел на свободу. Спокойно жил 3 года. А в январе 2014-го Пашу Цветомузыку объявили в международный розыск. Все по тем же делам из 90-х. По имеющейся у нас информации, он входил в группу, члены которой совершали заказные убийства на территории Красноярского края с целью передела сфер криминального влияния. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту временного проживания в юго-западном округе Москвы. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сопротивляться оперативникам Паша Цветомузыка не стал. Без наручников и в солнцезащитных очках проследовал в автобус. Суда герой алюминиевых войн будет дожидаться в Красноярске. Матвей Шестаков, ТВ-центр.